Житель Самары Ольга Силантьева – человек творческий. Она пишет картины и работает гримером в театре. Узнав о наборе волонтеров в проект «Арт-консервация», решила принять в нем участие. Рассказывает, хочет приложить руку к преображению Самары. Я обожаю старый город, я здесь живу. Я считаю, что бесконечно важно знать свою историю, традиции. Тем более, если вы посмотрите на это здание, то в нашем городе происходило вообще неимоверное количество интересных событий. Проживали так или иначе участвовали в жизни города невероятно известные люди. И, соответственно, когда я это все узнала, я думаю, обязательно пойду. Более 70 неравнодушных самарцев приняли участие в проекте, направленном на сохранение объекта культурного наследия. Для Самары это первый подобный опыт. Пилотным объектом стал дом по адресу улица Ленинская, 104-106. Это здание 1917 года постройки. Проект, он рождался спонтанно. У нас было очень много разных идей, и мы остановились на идее «Городские легенды», «Люди-легенды». То есть в Самаре существует очень большое количество всяких легенд. Тоннель под Волгой, пивопровод от фон Вакана к Кухмистерской. Но в данном случае это не просто легенды, а люди, которые чем-то легендарны, про которых рассказывают истории. Сейчас этот дом признан аварийным и расселен. Он попадает в зону исторического поселения и будет восстановлен. Для привлечения внимания неравнодушных людей к архитектуре старой Самары организаторы проекта решили рассказать городские легенды, разместив в оконных проемах дома картины, написанные волонтерами. Мы надеемся вдохнуть вторую жизнь. Появятся люди, кто захочет восстановить. И сейчас у нас уже есть программа, когда эти памятники будут реализованы, и у желающих будет, у каждого будет возможность поучаствовать в реставрации этих зданий. Потому что каждое здание уникальное, оно со своей историей, со своей душой. На каждой картине, украшающей здание, есть QR-код, благодаря которому все желающие могут узнать более подробную информацию о картине. Галина Топилина, Григорий Плешаков, «События».